Приветствуем вас, уважаемые трейдеры! Из данного видео вы узнаете, как добавлять различные индикаторы в терминале MetaTrader. Для начала необходимо нажать «Вставка» в левом верхнем углу экрана. Далее выбираем «Индикаторы». Из данного меню вы можете выбрать любой понравившийся вам индикатор. В этом видео мы добавим скользящую среднюю, так как это один из самых известных индикаторов. Чтобы добавить скользящую среднюю, нам необходимо выбрать трендовые Moving Average. В появившемся окне мы устанавливаем желаемые параметры. Далее нажимаем ОК, и данный индикатор появился на нашем графике. Теперь давайте добавим еще одну скользящую среднюю, но уже с другими параметрами. Теперь перейдем к двум из наиболее известных осцилляторов, которые помогают трейдерам найти подходящую точку для покупки или продажи. Первый – это индекс относительной силы RSI или Relative Strength Index. В данном окне необходимо выставить желаемые параметры и нажать ОК. Как вы видите, новое окно с этим индикатором появилось в нижней части экрана. Теперь добавим индикатор MACD, или, как его часто называют, MACD. Для этого выполняем уже известные нам действия. В случае, если вы хотите добавить свой собственный индикатор, которого нет в базовых настройках терминала MetaTrader, вам необходимо загрузить файл этого индикатора в папку «Каталог данных» MQL4 Indicators. После этого мы нажимаем «Обновить» в окне «Навигатор» в терминале и выбираем из списка наш индикатор. Отлично! Теперь вы знаете, как добавлять различные индикаторы в терминале MetaTrader. Начните торговлю в Amarkets уже сегодня!